Видео подготовлено сайтом onlinegdz.net. Геометрия 7 класс. Автор Мерзляк. Задание 57. Запишите все углы, изображенные на рисунке 66. На рисунке 66 изображены 4 луча АБ, АС, АД и АЕ, имеющие общее начало. А мы знаем, что угол изображается с помощью двух лучей, имеющих общее начало. Тогда для того, чтобы рассмотреть все возможные углы, которые образуют эти 4 луча, нам нужно рассмотреть все возможные пары лучей, ну, из тех 4, которые здесь изображены. Для того, чтобы перебрать все углы, мы начнем с луча АБ и будем сочетать его со всеми остальными лучами и при этом образовывать угол и записывать. Итак, луч АБ образует угол с лучом АС, угол БАС. Луч АБ и луч АД, угол БАД. Луч АБ и луч АЕ, угол БАЕ. Больше углов с лучом АБ здесь нет. Теперь берем следующий луч АС. Луч АС образует угол с лучом АБ, но этот угол мы уже записали. БАС, САБ – это одно и то же. Луч АС с лучом АД, угол САД. АД, АС, луч АС с лучом АЕ образует угол САЕ. Все, все углы с лучом АС мы уже записали. Переходим к лучу АД. АД образует угол с АБ, угол БАД, мы его уже записали. АД с АС, это угол САД, мы записали. АД с АЕ, это угол ДАЕ. Все углы с лучом АД мы уже записали. Ну, теперь перейдем к лучу АЕ. Но на самом деле, ну, угол, луч АЕ образует, конечно, углы с лучом АБ, БАЕ, мы уже записали. АЕ с АС, угол САЕ записали. И с лучом АД, угол ДАЕ, мы тоже уже записали. Таким образом, всего получилось 6 углов. Задание выполнено. И если вам понравилось видео, не забудьте поставить лайк. А если у вас появились вопросы, пишите в комментариях.